Караганде задержали разрушителя фонтанов. А я напомню, предприимчивый мужчина оставил городскую достопримечательность без латунных форсунок и переходных муфт. Ущерб составил более 80 тысяч тенге. В шахтерской столице это уже не первый фонтан, который растащили по частям. В первом случае злоумышленники остались безнаказанными. Пойманный же охотник за металлом успел перепродать фонтанное оборудование. Он обвиняется в приобретении и сбытии имущества, добытого преступным путем. Как было установлено, задержанный продал похищенное фонтанное оборудование одному из жителей города, у которого похищенное впоследствии было изъято сотрудниками органов внутренних дел. 28-летний безработный был задержан недалеко от своего дома. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится расследование.